Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам один из способов соединения квадратных мотивов крючком. Я специально взяла контрастную нить для того, чтобы было вам лучше видно. Итак, у меня бабушкин квадрат, два бабушкиных квадрата. Здесь в углу, ровно в центр угол нашего квадрата, мы вводим крючок с первой стороны и со второй. Вот смотрите, у нас тут две петелечки, мы вводим в ту, которая ниже, то есть ближе к центру, да? Также с этой, не внешнюю, а во внутреннюю полупетлю ввели крючок, захватываем рабочую нить, складываем ее вокруг пальца и протягиваем сразу через две петли. Вот так. Теперь ниточку складываем вдвое, чтобы закрепить двойной нитью, делаем одну воздушную петлю. Вот так. Ниточка закреплена. Нужно, чтобы она всегда шла вот так вот внутри наших квадратов. Снутри. Смотрите. Первый квадрат. Вот две петли. Я беру внутреннюю, да, которую внутри. Нитку подкладываю под низ. И с этой стороны тоже крючок ввожу во внутреннюю полупетлю. Вот так. Захватываю рабочую нить одинарную. И протягиваю через все три петельки. Вот так. Первый раз это может быть сложно, дальше все будет супер. Опять ввожу во внутреннюю, да, полупетлю справа и также слева. Захватываю рабочую нить и протягиваю. Вначале у вас сами квадраты, видите, они ходят ходуном. Когда вы уже немножко провяжете, это будет намного проще. Держу рабочую нить, накидываю ее на пальчик. В бабушкин квадрат в полупетлю во внутреннюю ввожу крючок справа и то же самое делаю слева. Захватываю рабочую нить и протягиваю через все петельки. Так. Вот так. Опять ввожу вправо полупетлю слева, захватываю рабочую нить и протягиваю. Дальше, видите, получается уже лучше. Справа, слева. Захватываю рабочую нить и протягиваю. Смотрите, какой получается у нас внешний шовчик. Я взяла специально контрастную нить, чтобы как бы этот шов вам был виден. Вот так вот он. Здесь ниточку подтянем, чтобы здесь было более ровнее. И таким способом провязываем до конца. Вот таким красивым, аккуратным швом можно соединить мотивы в вашем вязании. Например, бабушкины квадраты. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!